Как рождаются белорусские самосвалы? Сколько слонов и легковых машин они могут перевезти? 101 вопрос задали работникам БелАЗа дети. 27 тонн перевозил первый БелАЗ. И был он собран в 1961 году. На экскурсию по заводу-гиганту пригласили около 30 ребят из детдомов семейного типа Могилевской и Гродненской областей. Их провели по цехам и раскрыли некоторые производственные тайны. Например, на один самосвал нужно почти 90 тысяч деталей и полгода непрерывной работы. Такой конструктор собрать под силу только профессионалам, влюбленным в свое дело. Показали, как функционирует БелАЗ, какая это машина, чтобы, возможно, кто-то из детей в будущем связал свою жизнь с техникой БелАЗ. И выбор профессии ведь начинается с детства. Такие БелАЗы можно видеть на картинке, а нам удалось это увидеть вживую. Это так впечатлительно, это очень круто, это очень, такие впечатления очень классные. После экскурсии ребят угостили настоящим белазовским обедом, а затем вручили подарки на память. К слову, в этом году предприятие намерено сделать детям-сиротам еще один сюрприз. 50 мальчиков и девочек отправятся на новогодние каникулы в Москву.